Еще в 1999 году решением Одесского городского совета было принято решение о закрытии промывочно-пропарочной станции. Далее, в течение прошлого столетия данная территория пришла уже к порогу экологической катастрофы, так как в течение порядка 60 лет данная территория в связи с неправильной хозяйственной деятельностью методично уничтожалась и загрязнялись природные ресурсы и водно-болотные угодья лузановских ставков. После решения Одесского городского совета в 1999 году было проведено ряд мероприятий по ликвидации технологических прудов, также буферных озер, которые содержали водно-мазутные смеси. На примере буферное озеро высотой было около 45 сантиметров и содержало более 7 тысяч кубических метров, содержащих нефтеостатки продуктов и воды. Также были рекультивированы площади, порядка более 4 гектаров грунты, и проведены дальнейшие корректировки проекта. Последним этапом рекультивации Лузановских озер стал проект, который в 2018 году получил корректировку цен в связи с учетом 2018 года и корректировку требований общественности по приведению в надлежащий порядок этот проект. После прохождения экспертизы, мы ожидаем прохождения экспертизы в ближайшие дни, будет принесена последняя версия этого проекта и будет воплощение в жизнь. Сумма и сроки реализации данного проекта будут уточнены после прохождения экспертизы.